Привет, про визит Порошенко. Я собиралась поехать к Белому дому, но в итоге плюнула и осталась дома без макияжа на кухне и занимаясь своими делами, но параллельно мониторила. Я собиралась найти программу визита Порошенко. Увидела то, что он собирался с Трампом встретиться утром и в результате увиделся с ним только вечером. Визит был недолгим, говорят 10 минут, кто-то говорит 30 минут. В результате визит господина Порошенко, так разрекламированный в Украине, оказался позорным. Почему? Потому что я не видела, что сказал Трамп, кроме того, что thank you. Для нас это большая честь принимать господина президента Украины в Америке. Ну, в общем, это выглядело смешно. Сейчас я нахожу комментарии, что Порошенко торчал карман, что-то там еще, что он давал пресс-конференцию без Трампа. Вот. Ну что, я сейчас пытаюсь мониторить опять американские каналы. Сейчас у меня включен CNN, политика CNN известна. Она, в общем-то, против Трампа, и Трамп имел с этими ребятами большие проблемы, особенно перед выборами. В общем-то, господин президент, в следующий раз у меня для вас есть несколько вопросов. Приглашайте меня на свою, так сказать, пресс-конференцию, если соберетесь ехать в Америку. И вообще, может быть, вам стоит нанять меня имидж-мейкером. Мое мнение о вас не изменилось. Но, тем не менее, если вас принимают в США, и вы представляете мою страну, позаботьтесь о своем имидже, потому что, ну, смешно вы выглядите. У вас какие-то непонятные жестикуляции. Я не знаю, чем занимается ваша, как бы, пиар-служба. Что еще добавить? Ну, наверное, то, что от красных пятен на лице помогут избавиться кубики льда. Итак, что сегодня показывал CNN, топ новостей? Извините, Порошенко, я там не видела. Итак, вот это CNN, топ новостей. У меня есть такая программа. Смотрим. Смотрим, ищем, ищем Порошенко. То есть украинские власти говорили, что это очень знаменательный визит. Вот просматриваем новости, просматриваем, просматриваем. Новости закончились. Странно, правда? Все. Так, перебегаем на другой канал. Так, какой у нас здесь канал? ABC. Включаем ABC. Этот канал мне больше нравится. Включаем топ-видео. Какие у нас тут топ-видео? Какие-то пенсионеры. Медицинская программа. Амазон. Вот он, Амазон. Как он бросает посылки по двери. Дальше что? Нет, Порошенко тут нет. Какая досада. Я собиралась все-таки поехать к Белому дому, но вот даже по новостям нет пана Порошенко. Я видела Порошенко только по новостям «Голоса Америки». Он поздравил Мирославу Гангадзе с днем рождения. Ему был задан вопрос по поводу того, как будет урегулирован вопрос с Крымом. Господин Порошенко вместо этого поздравил Гангадзе с днем рождения и ушел от ответа. Ну, я тоже поздравляю Гангадзе с днем рождения. У меня сегодня на ужин пюрешка, селедочка. Заезжай, попразднуем. На этом все. Пока.